Время – самый ценный ресурс. Выделять время стоит на то, что действительно важно. Лучше исключить бесполезные занятия и встречи, общение из вежливости, обязанности, которые отягощают. Освободившиеся часы стоит потратить на образование, творчество, хобби, общение с близкими, работу, приносящую удовольствие. Секрет жизни в том, что потраченное время не возвращается, но можно наслаждаться его плодами.